Защиты. Хорошо. Первичное питание навигационной системы перенастроено. Слушай, не знаю, как ты, но у меня странные видения. Голова все еще раскалывается. Не знаю. Гляди там в оба, ладно? Айзек, слушай, я тут нашла медицинские отчеты. Это биорекомбинаторы. Они заражают только мертвые ткани, а потом перестраивают клетки. Инфицирование мертвых клеток – первая фаза развития вируса. Потом, похоже, они пытаются снабдить себя новой мертвечиной. Та органика, которую мы видели на стенах, она часть общей системы. Что-то вроде организма, изменяющего атмосферную среду. Thank you.
метеоритной защитой включена. Так, энергия у нас есть, но система прицеливания не работает. Думаю, перебит информационный кабель. Будешь управлять пушкой вручную? Воспользуйся лифтом, чтобы попасть на верхнюю палубу. Затем иди к шахте пушки. Айзек, тебе придется выбраться на внешнюю обшивку, чтобы добраться до пушки. Загвоздка в том, что мы под обстрелом метеоритов, так что ищи по пути укрытия, или тебя размажет о корпус. Зона невесомости.
невесомости. Внимание! Отмечены множественные удары по правому борту. Зона вакуума. Зона невесомости. Внимание! Отмечены множественные удары по правому борту. Зона вакуума. Зона невесомости. Внимание! Отмечены множественные удары по правому борту. Зона нормального давления. Генератор частиц, так что ты спокойно разнесешь любую цель. Следи за состоянием корпуса корабля. Если в него попадет слишком много каменюк, мы покойники. Я почти починил систему автонаведения. Просто дай мне еще немного времени.
можешь возвращаться к транспортному туннелю. Я встречу тебя на остановке. Зона вам. Зона невесомости. Айзек, Хэммонд, вы не поверите. Что-то отравляет воздух в гидропонной системе и выделяет в атмосферу какую-то органическую дрянь. Очень скоро нам нечем будет дышать. Я расшифровала данные анализа. Нам нужно изготовить яд, чтобы уничтожить эту штуку. Отправляйтесь на медицинскую палубу. Думаю, там должно быть все необходимое. Когда все это закончится? Айзек, иди на медпалубу и приготовь тот коктейль, о котором говорит Кендра. Я пока пойду в отсек гидропоники. Постараюсь выиграть для всех нас еще немного времени.